Накануне профессионального праздника полиции, Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Щелкове на территории управления МВД России Щелковская состоялось открытие часовни, построенной в честь великомученика цесаревича Алексея Романова. По многочисленным просьбам сотрудников и членов семей сегодня была открыта часовня на территории управления, куда, в общем-то, смогут прийти и сотрудники, и члены семей погибших сотрудников. В общем, такое большое знаменательное событие. Мы долго к этому шли, и сегодня наши планы были реализованы. На торжественную церемонию во дворе перед зданием управления собрались многочисленные гости. Среди них представители ветеранских организаций полиции, офицеры, ранее возглавлявшие управление, представители руководства района. Присутствовали также родные и близкие сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. На митинге было предоставлено слово Галине Александровне Замяткиной, матери щелковского полицейского Дмитрия Замяткина, награжденного посмертно орденом мужества. Собираемся здесь, чтобы почтить память наших сыновей, наших мужей. Сделана большая работа по их увековечению, о их памяти. И мы хотим от всех наших матерей и жен, чьи сыновья и мужья погибли при исполнении служебной обязанности. На освящение часовни приехал благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев. Вместе с ним освящение вел протоиерей благочинной церквей Щелковского района Андрей Ковальчук. В часовне также велась панихида по сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Затем прошло возложение цветов к мемориалу их памяти. Велик список погибших милиционеров, выполняя профессиональный долг. И каждый должен знать, что значит профессия сотрудника органов внутренних дел. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».